Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала. С вами Алена Колосова, и я рада приветствовать всех заглянувших ко мне на видео. Это видео – маленький эпизод о том, как мы праздновали серебряную свадьбу моей сестры Танюши и ее мужа Виталия. Милости просим к нам на праздник, друзья! Приготовила букет своими руками. Букет из бабочек с подсветкой. Первый раз делала для сестры. Срезали розочки. И вот такой дружной компанией мы мчимся на праздник. Мы спешим, торопимся праздновать. Лучше знать. Ну, мне кажется, Марфу. Ты снимаешь? Дорогие Виталий и Танюша, еще раз хотим вас поздравить с вашей замечательной датой. 25. Подумать только, 25. Не только круто и зачетно такую дату отмечать, с ней даже поздравлять почетно. Искриться чистым серебром любовь на фоне разноцветия. Так будьте счастливы вдвоем. Часы, года, десятилетия. Поздравляю! Ура! Букет своими Спасибо. Руками. Своими руками. Своими руками он подсветил. Да ты что? Это вам. Вручай, вручай. Мама сказала, торт мне это самое нельзя, поэтому мы конфеты и это. Нет, вот это второй день. Ну, тогда Таня в ту вторую. Саня, Таня, вот букет здесь. Букет своими руками. Там ниже держи, потому что... Дайте мне. Деньги маме не давали. За цветы отвечают. А так я что-то тебе не делаю. Подъехали Танюшины дети. И праздничная суета началась. Невеста в белой фате. Белый-белый вэлюм. Вот такой празднично украшенный стол приготовили для нас хозяева. Вот они и на картине. Все 25 годов. Я и так ой, завалили кветками. Ну, гости, гости, выпить, гости, есть, есть. Хороший навес. Ой, как здорово. Хороший навес. Ой, браво. Красота. Ну так уже и Жоника могли бы как-нибудь одеть. Ну, ладно, Жоника до половины фотографируем. Да, да. Костюм не долез. Подходите, подходите, милости просим. Так, а где же, скажите, музыка? Чем вы это музыкантом? Да ладно, Таня, не бегай, не бегай. А тебе обязательно с выходом, с подкиндесом, с музыкой. Проходите. Дорогие наши молодожены, мы рады, что мы дождались такой замечательной даты. Серебро тоже металл, он не так ярко блестит, но он готовится к следующей дате. Поэтому мы поздравляем вас с этой замечательной 25-летней датой и надеемся, что через 25 лет мы в том же составе, может еще и больше, опять будем отмечать ваш юбилей. С праздником вас, дорогие! Спасибо. Похлопайте, спасибо. Пожалуйста! Все, проходите. Ой, Давид есть. А Антоша есть? 25 лет тому
мы отмечали эту свадьбу, повенчали Танюшу и Виталю. Дорогие мои дети, 25 лет пролетело, как один, ну, мгновение, я не заметила. А сегодня серебряная свадьба. Дякую Богу, что дожили. Я с мужем не дожила столько. Мы только прожили 23 года. У меня не было серебряной свадьбы. И я одна женила уже Танюшу. Пора хлопать. Нет. Значит, обычно желаем парам удалось дожить до свадьбы золотой. Но это мало. Это мало. Поэтому 100 лет. Давайте, молодые, 100 лет. Давайте. Ой. Ну что? Тяни. 100 лет, 100 лет, не жиє, жиє нам. Еще раз, не жиє, жиє нам. Мало 100 тысяч лет, не жиє, жиє нам. Не жиє нам, не жиє нам. 100 лет, 100 лет, 100 лет, 100 лет, не жиє нам. 100 лет, 100 лет, 100 лет, 100 лет, нех жиє нам. Нех жиє нам, нех жиє нам. Щастя, здоров'я, помисності, нехай жиє нам. Все, ну давайте. Наверное, мы обряды знаем слабо. Наверное, мы их стали забывать. Но наша белорусская свадьба красивей не придумать, не сыграть. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. За душевность, за доброту, за вас, дорогие мои, хочу выпить этот тост. Всего хорошего. Спасибо, чокаемся. Чокаемся обязательно. Так, мама наша руководит, а? 25 лет руководит. Дай Бог, я еще 25. Да. Да. И будет. Марина, готовлю я их, ну, еще взяла. Ой, Ганча, будет. Что, думала, Галя будет так можно, а? Нет. Вот, поэтому третий тост, он за любовь, будьте счастливы. Ну и желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой, как бабушка сказала, мало. Еще и дальше. Золотая мало. Мало, так я же это и сказал. Поэтому... Ура! 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 Спасибо. Когда тебе заговорит, мало мне хочется сказать, мало водки, мало водки. Горшка, водка, будем солодить. Горшка, водка, горшка, водка, мы не будем пить. Горшка, водка, горшка, водка, будем солодить. На что ж соль? Мы же хотим посолодить. Внуков воз, детей корзинку. Машу, Дашу, Иринку, можно Пашу, можно Борьку, а пока лишь только Горько. Хорошо. Ну давай еще раз, Алена. Горшка, 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 горшка. Виталий, посмотри, не пойди сладко. Одежь, два, Дима. Горшка, горшка. Будем пробовать. Ура! За 25 годов так уже стало сладко, что уже... А это мы решили посмотреть свадебную кассету и вспомнить, какими же мы были молодыми на свадьбе 25 лет назад. Молодыми, задорными и веселыми. Есть что вспомнить. Прости, мама! Прости, мама! Наступили сумерки, а значит пришло время для танцев и песен. Не продается. Свежий день по табачку, и она не продается. Не продается по табачку, кудок батьковский не продается. Куды вертаюсь я снова и снова, не отчуваю я, в сердце бьется. Не продается по табачку,
носков. Удоб московский не продается, повертаюсь я снова и снова. Я чуваю, як сердце бьется. Не продается хата батьку, кутов батьковский не продается. Не вернусь я снова и снова, не чуваю, как сердце бьется. Не продается хата батьковский, хата батько, кутов батьковский не продается. Не вернусь я снова и снова, я чуваю, як серце б'ється. Не продається хата батьків, куток батьківський не продається. Куди вертаюсь я знов і знов, я чуваю, як серце б'ється. Наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Шаш, что едет, конечно, немногие. На родину я еду, кореша. Наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видят лишь немногие. На родину я еду. Я иду по улице с ловкой мальчики. А это уже второй день, как водится, второй свадебный день. Кто смог, тот появился для водных процедур. Друзья, спасибо, что повеселились вместе с нами. До новых встреч, друзья!